Здравствуйте! А? А погорельцы тут где живут? Ну вы что, сфотографируете, да? Да, жуть, конечно. А ваш тут дом сгорел, нам сказали. Правда, сгорел. И вот нам будут строить дома. Если бы вам показать, конечно, проект... Ботинки! Ё-моё, Валышкин! Лекарство! Ну еще что-то я уж отдам до кучи. Это обеспечен на всю оставшуюся жизнь. Я вот так еще вот... ему, пожалуйста, жену. Кому скажи, никто не поверит. Почему? Конечно. Правда. Я признателен вам. Очень. Вот она тебе земля. Алитор. Дальше это... Ну я же знаю, ты испачкайся. Что, еще дальше пойдешь? И куда вот этот вот лес теперь? Только на дрова. Больше некуда. Ну а так все хорошо, правда. Ты приехала, это радость для нас. Для вручения ключа от нового дома, а ты откуда узнал, что сертификата Алексей Павлович Валышкин. Мы приглашаем вас для получения ключа и сертификата. Я свой строить буду все равно там, на своем. Где у меня фазенды? Я там строить буду. Вот лес мне дадут с вашей, с Божьей помощью. Одному не справиться, обязательно вдвоем. И попадают-то вдвоем все одни девки. Так, песня поет. Про любовь? Про любовь тоже, да. Так вот они, как я любви не видеть. Чуть не летит к ним курица, никуда хочет. Вон он один. Кто? Петер. Многолетние цветы в кучу сажают? Или россыпью? А? Я тебе помогаю, Леша. Если не мешает, я помогаю. Как говорят, тебя завтра работать заставлю. Я думал, достанешься. Дела бы достались. Что же? Ездит, ездит, остаться не может. Да? Вот, вот за что я тебя люблю. Вам кого нужно? Алексея. Да? А зачем он вам нужен? Голову-то хоть одень, твою мать. Просто у нас все девки болеют. Но птички-то поют еще. К зиме. Зима идет, зиме начало. Пошли домой. Пойдем. Солнце мое. И смех, и слезы, и любовь. Все сразу. Курить тут нельзя.